Всем привет! Новый выпуск «Еды человека». На этот раз я вам расскажу про вареную сгущенку. Про сгущенное молоко, которое продается уже вареным, я рассказывать не буду, потому что, по-моему, не пробовал ни одного настоящего нормального вареного сгущенного молока. Все это химическая байда, там с пальмовым маслом и с тому подобными вещами. Как вообще делается вареное сгущенное молоко? Берется банка сгущенки, кидается в кипящую кастрюлю полностью, чтобы ее покрывало, и варится там часа 3. Вот. И в итоге получается вот такая вот отличная вареная сгущенка. Кстати говоря, как определить, реально ли сгущенка настоящая? Потому что бывает даже написано, что молоко цельное, там сгущенное с сахаром и то и все, но по факту оказывается, ну, ерундой. То есть такое сгущенное молоко не варится. Либо оно варится, получается, какими-то то ли комками, то ли вообще не становится густым, остается жидким. В общем, это самый первый лучший тест, самый сложный, наверное. Ну, как бы, в общем, самый такой стопроцентный на моей памяти самый стопроцентный тест на то, что настоящая сгущенка или нет, это ее сварить. Если она сварилась, стала реально нормальная вареная сгущенка, как ириска, значит настоящая сгущенка. Если не сварилась, стала из жидкой, 3 часа варили, или там какая-то неоднородная, или еще что-то, значит это байда. Хоть даже на ней написано, что молоко цельное сгущенное. Вот сейчас вам покажу. Это вот башкирская сгущенка. Вот она сварилась и стала вот такой вот, как ириска. Как ириска, очень вкусная. Вообще шикарное сгущенное молоко. Хотя я вам скажу, что это не самое мое любимое сгущенное молоко, но по факту оказывается вполне себе настоящее. Вот какое-то башкирское, там Карлы-Марлы, что-то написано. Вот, к сожалению, этикеточку я выкинул. Когда я такую же банку снова куплю такую же банку, покажу вам, ну, сделаю обзор сгущенного молока. Вот, в общем, такая вот замечательная вареная сгущенка. Ладно, давайте, всем пока, всего хорошего, подписывайтесь на канал, делайте репосты.